Музей истории тракторов в Чебоксарах признан лучшим объектом детского и юношеского туризма и отдыха в ПФО. Он победил в 4-м фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Дива России-2017». Всего за почетное звание «Дива России» по Приволжскому федеральному округу в 7 разных номинациях боролось более 50 проектов. Чувашия представила 3 – музей космонавтики имени Андриана Николаева, музей истории трактора и этнический двор Верхних Чувашей Аликовского района. Музей истории трактора выступил с клипом «Трактор, ты мой, заводной». Динамичное видео, снятое в стиле лучших рэп-традиций, за короткое время набрало тысячи голосов на различных интернет-ресурсах. Ролик к 5-летию музея призывает обязательно познакомиться с его экспонатами. Теперь победители «Дива России-2017» по ПФО примут участие во всероссийском финале этого конкурса. Свои работы участники представят 30 мая в Москве.